Как подручными средствами избавиться от неприятного запаха мяса? Есть множество причин, по которым мясо теряет свой естественный аромат. В некоторых случаях его не было и первоначально. Но если мясо не совсем испортилось, а получило душок из-за неправильного забоя или хранения, можно попробовать убрать этот изъян. Избавиться от запаха можно следующими методами. Вымочить в холодной воде с ложкой уксуса на протяжении часа, после чего ополоснуть. Вымочить в лимонном соке или вине на протяжении часа. Если кусок большой, его следует разрезать на части, после этого промыть. Небольшие кусочки вымазать в горчице и оставить на час, после этого тщательно промыть. Вымочить в соленой воде, соли должно быть много, и промыть под проточной водой. Оставить в слабом еле розовом растворе марганцовки примерно на час, затем промыть. И на 15 минут поставить в холодную воду. Нарезать в емкость с мясом лук, чеснок, добавить пряных трав и оставить примерно на час. Чтобы не столкнуться с проблемой неприятного запаха, нужно правильно выбирать мясо. Покупать надо свежее мясо ровного цвета, упругое, с приятным запахом. Хранить в морозилке или холодильнике, завернутым в пергамент или бумажное полотенце, пропитанное просоленной водой.